28 сентября Каспийск в очередной раз посетила мобильная станция переливания крови. Накануне доноры Каспийска получили соответствующие мобильные оповещения. Уже сегодня с 9 часов утра выездной мобильный отдел Республиканской станции переливания крови распахнул свои двери на городской площади имени Ленина. Безвозмездно сдать кровь может любой здоровый гражданин, независимо от регистрации и места проживания. Для многих каспийчан участие в донорской акции уже является доброй традицией. Меня зовут Алибеков Шамиль, я студент Каспийского медицинского колледжа. Прихожу сдавать кровь уже не первый раз, потому что мне это очень нравится. Я хочу помогать людям, приносить добро. Ведь я знаю, что моя кровь и моя помощь может кому-то помочь, и меня это очень сильно радует. Я также призываю всех людей, я являюсь наставником Каспийского медицинского колледжа и также по городу Каспийск, и призываю всех людей быть волонтерами и помогать всем людям, кому только можно. Разницы нет, это может быть психологическая помощь, это может быть материальная помощь. Главное быть и помогать. Перед процедурой донации проводится медицинский осмотр. Медработники сообщают о противопоказаниях. Также будущие доноры подписывают добровольное информированное согласие, как и при других медицинских манипуляциях. По завершению процедуры за состоянием доноров в течение получаса наблюдает медицинский работник. Кроме того, в соответствии со статьей номер 186 Трудового кодекса Российской Федерации, каждый донор получает справку по форме 402У, которая дает право на 2 оплачиваемых дня отдыха. Следующий визит передвижной станции город ожидает в последних числах октября.